Я из России. Китайские друзья зовут меня Ван Ле. Больше всего в Гуйчжоу мне нравятся водопады. Они восхитительны. Меня зовут Валерия. Я родом из Казахстана. Провинция Гуйчжоу для меня одно из самых прекрасных и загадочных мест. Я очень люблю спорт на открытом воздухе и люблю бросать вызов всем авантюрным идеям. Как только мы с Таней получили приглашение от проекта, мы уже были готовы испытать всю таинственность Гуйчжоу. На этот раз я получила приглашение от Джоу Юэнди стать диким исследователем Гуйчжоу. Я царь горы! И отправиться в путешествие.